дуже много. Но будет время, когда Слово Божие не найдут, потому что написано в Библии, книга пророка Амоса, сказал такие слова: «И будут искать от моря до моря, и не найду Слово Божие». Но теперь благоволение, друзья дорогие, теперь есть много трактатов, много Евангелий, много Слова Божие раздаются. Надо и читать, и не только читать, но и исполнять Слово Божие. Пока бесплатно дается, надо брать, друзья дорогие. У кого есть бажание, можете брать и трактаты, и бушурки. Мы будем спевать песни, коли ты дружи мы. А вы на это пролали. На, дексарик, зонгурай. Дексарик, кестерма. Коли ты дружи мы, у житті ты стомився, він тягар не під силу твою душу гніти. Ти бив яшки ярмо, без надії не схвилився, і падають сльози, та серце болить. Піди до Христа, піди намагайся, він дасть вічне життя, і спасіння, і щастя. Він тягар твій зніме і пригорне до себе, бо він любить тебе, помирав він за тебе. Не забудь тяжкий хрест і віно то черновий, то за тебе, мій друже, а не з Божим мирам, щоб на небі ти мав життя вічне і нове. На лоб і Христос крос святую проляв. Іди до Христа, піди намагайся, він дасть вічне життя і спасіння, і щастя. Він тягар твій здіме і пригорне до себе, бо він любить тебе, помирав він за тебе. Але знай, що прийде та неждана хвилина, і настане останній страшний то час, і почує слова тоді Божого Сина: «Відійте від мене, бо не знаю я вас». Піди до Христа, піди намагайся, він дасть вічне життя і спасіння, і щастя. Він тягар твій зніме і пригорне до себе, бо він любить тебе, помирав він за тебе. Тільки Ісус Христос може подарити вам життя вічне, як ми співали пісні. Тільки Он один, друзі дорогі. Пусть у тебе буде много багатства, много сокровища, много золота, но счастья твоей жизни ты не найдешь. Только у Господа есть покой для души. Только Он есть спасение, друзья дорогие. Надо искать Иисуса Христа, когда Он еще призовет через посланников себе, друзья дорогие. Написано: «Принимающие вас, меня принимают». Мы проповедуем Христа распятого, который Он за нас умер на кресте, друзья дорогие. Не смотрите, что мы на улице. Написано: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. А если мы будем умолкать, то камни будут возопьевать, друзья дорогие. А мы уже камни, потому что цыганский народ, это мы не были верующие. Но мы можем теперь вам проповедовать Слово Божие, цыгане, которые не были верующие, которые были смезлые дуже. Но Иисус Христос призвал нас, весь цыганского народа. Это уже есть чудеса. Это уже есть пример для вас, друзья дорогие. Да благослови всех Господь, чтобы вы читали, принимали Слово Божие. Бо написано: «Бо так Бог полюбил свет, чтобы каждый, кто верует в Него, не закинул, але мав життя вечное». Теперь день твоего спасения. Принимать через Слово Божие. Может, тебе Бог поможет и твою семью. Может, в твоем доме нет покоя, потому что там нет Иисуса Христа в твоем доме. Но теперь принимайте Иисуса Христа из чистого души.